Москва, 7 мая, РИА Новости. Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после возвращения полуострова Киеву. Такое мнение высказал в эфире 5 канала украинский и российский журналист Матвей Ганопольский. Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом, сказал журналист. Ганопольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России. Пусть строит, вред, не за наш счет, а за их, добавил ведущий. В Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены сделать все, чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. Матвей Ганопольский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы», в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины. Экстремистская организация, запрещенная в России. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код, каким будет мост через Керченский проект.